сегодня, благодаря вот такому шторму, маленького дельфиненка вынесла. Мы пытались его спасти, но тщетно. Все не мы, а наш знакомый. Шторм, он все равно его выкидывала, выкидывала назад. Ни в какой, он был слишком слабенький. Вернулись, хотели его уже втроем, как говорится, в воду хоть как-то отправить или отвезти в Питере в дельфинарий. Не знаю, принимает там, нет. В общем, пока мы вернулись с помощью, дельфин оказался уже. Чайки ему глаза выкрыли, покоцали его. Бедный дельфиненочек. Земля пухом. Как говорится, дельфины спасают людей, а мы должны спасать! А мы должны спасать дельфинов. Но, к сожалению, этого дельфиненка не спасли. Вот такой сегодня грустный сюжет из Анапы, с Черного моря. Море безжалостно бывает не только к людям. Красивое, но безжалостное, как говорится. Всем пока.